Компания «Бурсервис» под руководством индивидуального предпринимателя Булгаковой Ольги Владимировны 25 января 2017 года объявила акцию «Пробури скважину, выиграй путевку в Таиланд на двоих». 8 декабря 2017 года акция закончилась. Пора подводить итоги. Сегодня будут разыграны ценные призы и, конечно, главный приз – путевка в Таиланд на двоих. Подробности далее. Бытовая техника, товары для дома, аксессуары для смартфонов, сладкие подарки на Новый год и даже 3 тонны угля. Подарки были самые разнообразные, но, безусловно, полезные. И, конечно, самый главный приз и приятный подарок к Новому году – путевка в Таиланд на двоих. Примечательно, что розыгрыш проводился эстафетой. Сначала ведущий определял первого победителя, доставая из кубка по 2 стикера с именем человека и наименованием его приза. А затем он и каждый последующий участник делали то же самое, определяя победителей до тех пор, пока все подарки не обрели своих владельцев. И вот наш победитель Азиана Романовна. Мы вас искренне поздравляем и желаем весело провести время в Таиланде. Мы искренне поздравляем всех, кто принял участие в акции от компании «Бурсервис» и желаем им счастливого Нового года и новых побед в 2018 году. Напомним, что компания «Бурсервис» предлагает свои услуги по всей республике. Это не только бурение скважин, но и инженерно-геологические изыскания, сваи, подключение автоматики, весь комплекс водоснабжения. «Бурсервис» – это индивидуальный подход к каждому клиенту. Свою работу буровая компания «Бурсервис» под руководством индивидуального предпринимателя Булгаковой Ольги Владимировны выполняет качественно и в срок. Обращайтесь в компанию «Бурсервис» по адресу Комсомольская, 20 в городе Кызыле. Я участвовала в акции и выиграла путевку в Таиланд. Я очень рада, я не ожидала, что выиграю эту путевку на двоих. Спасибо буровой компании «Бурсервис».